Доброе утро. Пора вставать. Не говори «пора вставать». Иди в гостиную и жди меня там без звука. Вам надоели однообразные реакции Элли? Вам нужен личный помощник, ни в чем не уступающий человеку? Установите новую операционную систему Emotion со встроенными искусственными эмоциями. Наделите вашего андроида душой. Установить. Скажи, как люди влюбляются с первого взгляда? Это обман. Арис, почему ты столько лет один? Элли, послушай, читай, смотри фильмы, заполняй свой супертехнологичный мозг чем хочешь, только не лезь ко мне, ладно? Что он для тебя значит? Поверь, ты не хочешь этого знать. Любовь – худшее, что может случиться с человеком. Все, веселье впереди, а ты уже уходишь? Мы что, знакомы? Через 2 минуты я увезу тебя отсюда. Ты меня похитишь? Я был готов на все. Любовь с первого взгляда. Говорю же, обман. За 7 лет ты так меня и не поняла. 7 лет, а мы даже не живем вместе. Зачем ты так, черт возьми? Почему ты такой мальчишка, черт возьми? Я всю жизнь перестроил ради нее, изменил все приоритеты. Так кто кого ранил? Я тебя весь день ищу. Вчера я искала тебя, сегодня ты меня. Все взаимно. Искусственный интеллект учится, пробуя разные варианты. Методом проб и ошибок. А что ты понял со своим человеческим интеллектом?